полях области продолжается уборочная кампания. Зерновые и зернобобовые культуры убрали с площади в 310 тысяч гектаров. Это составляет почти 50% от поставленного на этот год плана. Страда проходит в трудных погодных условиях. Если прошлой осенью и весной в почве не хватало влаги, то летом, наоборот, было много. За конец июля, начало августа выпало практически втрое больше установленной нормы. То обильное количество осадков, которое нас с вами приостановило уборочную кампанию, сказывается также негативно, в первую очередь, конечно, это на качестве урожая, но и на том, что в ячменю, вот мы говорим, рожь у нас сейчас находится такой, все несколько ситуаций достаточно критичные, то есть он имеет свойство уже и осыпаться, поэтому активно сейчас сельхозтоваропроизводители все должны мобилизоваться. Есть и другая проблема. В этом году аграрии получили 1 миллиард 841 миллион рублей гектарных субсидий. Это на 637 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Однако рядом районов области не предоставлен отчет об их исполнении. Те деньги, которые были отданы на подготовку к весенним полевым работам и вообще в целом на подготовку там, к уборочной кампании, вы не можете по ним отчитаться. Значит, они тогда подлежат изъятию. Из Ульяновской области изъятие у сельхозпроизводителей. В течение недели все необходимые отчеты должны быть представлены, иначе потраченные деньги придется возвращать в федеральный центр. Кроме того, губернатор поручил разработать стратегию развития сельского хозяйства области до 2035 года. Эта отрасль в настоящее время получает большое финансирование, которое будет только увеличиваться. Егор Ситов, Данил Сурков, Новости Улправда ТВ.